Здравствуйте, Анжела Георгиевна. Здравствуйте. Мы сегодня опять в Ковали. Да, мы сегодня опять в ресторане Ковали. У нас сегодня опять мастер-класс по готовке. Сегодня мы приготовим блинчики с мясом. Сейчас вы увидите, конечно, какие мы хозяюшки, какие мы очень классные девочки. Мы ручки помыли, мы идем все на кухню. Пошли. Я обиделась. И вот. Ну вот, как я сложила. Вот, раз. И вот. Угу. И погнал. Вот так. Чтобы все одинаковые размеры были. Да, конечно. Я попала в кадр? Я могу влетать? Посередине сидит. Выходи. Юля, давай, да, выходи. Дай мне телефон в кошельке. Выходи. Есть. Юля, иди туда. О, можно с блинчиком. А ты любишь блинчики с мясом? Очень. А может, с вишнями больше любишь? Нет, с мясом. А с творожком? Нет? С творожком больше. Я с мясом. А ты любишь творожком, да? Часто готовишь? Пошли, пошли. Алла Хвердиева, да. Ты была здесь? Да. Мне очень нравится здесь. Мы готовим. Делаем все, и мне нравятся блинчики с мясом. Только с мясом. А дети любят с чем? Дети тоже с мясом любят. А муж чем любит? Муж, Саша, тоже. То я люблю, и муж тоже любит. Олеся, а твоя Мирабелла, Мирадела? Моя Мирочка любит с вишней. Мирочка с вишней любит. А я с мясом. Я не сама. Блинный день. Анжела Георгиевна так и сказала, что сегодня мы... Блинный день. Да. День. Спасибо, Анжеле Георгиевне. У нас сегодня... Это прекрасный проект. Нам очень-очень нравится ходить с Анжелой Георгиевной в этот чудесный ресторан и проводить мастер-классы. Спасибо огромное. Надо фотку сделать. Украина, чья? Давай сделаем. Ой, как... какая красота. Вот, смотрите, какая красота. Вот это наша украинка. Это можно с кщом. Прекрасная Анжела Георгиевна. Анжела Георгиевна. А это же стоит треугольничком. Да. Шикарно. Можно уже съесть? Нет. Все, несем в печечку, да? Да. Сегодня мы находимся в наш любимый ресторан. Мы проводим мастер-классы по готовке вкусной еды. Сегодня у нас нам Анжела сказала, что мы сегодня готовим блины с мясом. Это безалкоголь. Там А не баба негра? Нет? Это не она? Черная бабка или баба негра? Сегодня мы собрались с нашим украинским коллективом и прекрасной молдаванкой Анжелой Георгиевной за этим круглым столом.
Спасибо большое нашему проекту вот за такое гостеприимство, да.